Ну и получается, следующим ходом джаб сетапит-то? То, что... Нет, один офф и тотем. Тотем! Даешь тотем на силу магии. И это тотем! Просто невероятное везение для представителей азиатского Хардстоуна. Джаб был буквально в шаге от того, чтобы выиграть серию со счетом 3-0. Дана, смотри, у мага получается топ-дек. Можно убивать ученого, ставить Думсейра. С другой стороны, можно просто овцой разбить и поставить Думсейра. Ну, тогда ты тратишь монетку. Можно сыграть вообще Фрост Нову, пингануть в Шреддера, чтобы оставить его на 2 хп. Тогда следующим ходом можно сыграть овцу, разбить и Шреддера и Сайнтиста. И дать... Но не знал, что это за секрет наверняка. Это Entity или нет? Давайте смотреть. Да, это отраженная сущность. И как я и говорила, Останцивка все-таки подловил Джаба на этом секрете. Минус стол для Джаба. Антонидас, монетка, фаербол. Еще один фаербол остается в руке. И сейчас Джаб покачает головой. А что? Почему? О. А почему Фростнова? А вот о. И Лэнс. Еще нужен барьер. То есть сейчас может ходить. Он сейчас, судя по всему, вспоминает все свои карты. Если у него дубли, достает. Да, есть у него дубли, и ему нужен... Стоп. Не играет, походу, стенсивка барьеры. И захиливается на 29 единиц здоровья Станцивка. Следующим ходом. А Станцивки 13 дэмэджа. Как же он уверенно играет. Он действительно Mist очень Little. Уверенно. Действительно? Бьем. Ну он только что играл на фейс-шамане. Рор, все в лицо, дави. Не, ну на мидрейндж друиде так не играют. Правую кнопку на своего героя, гритингс, рор, все, хорош! Просто лови! Вот это я понимаю! Никаких трейдов, 14 хп у секрет пала на третий ход. Рискует, суррендер. Не, ну мне кажется, это прям очень смелое решение под главарем банды бесов. Разве что он знает, что все кинжалы пойдут в лицо. Да ладно! Аргус. Нет, Аргус не спасает. Педлер все еще может задровать. И это Педлер! Это он! Если это сейчас будет Soulfire, это решит исход всей серии, в принципе, группы Б. Это Soulfire! Неимоверная игра! Боже, вот это да! Копатель! Soulfire!